Всем привет! Сегодня я хочу показать вам отличный вариант для завтрака или второго завтрака. Я частенько балую себя таким рецептом по выходным. Сегодня мы с вами будем готовить кокосовые панкейки или кокосовые оладушки. Я точно даже не знаю, как их правильно назвать. Но тем не менее, для того, чтобы их приготовить, давайте покажу вам, какие ингредиенты понадобятся. Для того, чтобы хватило на две порции, понадобится нам 2 яйца. Также кокосовая стружка понадобится, творог какой-то низкой жирности и мука на ваш выбор. Я выбираю цельнозерновую, так как для ПП цельнозерновая лучше. В плане готовки здесь вообще все элементарно просто, достаточно просто смешать все эти ингредиенты по очереди. Сначала берем яйца, разбиваем их в нашу миску и вилочкой немножко взбиваем. Теперь по очереди добавляем ингредиенты. Всего здесь нужно будет по 2, то есть 2 столовые ложки кокосовой стружки. И снова немножко размешать. 2 столовые ложки творога. Ну, делаем на глаз. Не критично, прям, чтобы точная мера какая-то была. Творог лучше немножко растолочь, чтобы не было комочков. Последний шаг – это цельнозерновая мука. И снова 2 ложки. Опять замешиваем это все дело. И у вас в итоге должна получаться вот такая вот консистенция. Достаточно жидкая, но в то же время не совсем. На этом основное приготовление заканчивается. Теперь нам осталось только перейти к плите и пожарить, собственно, эти оладушки. Сковорода у меня разогрелась. Сейчас буквально, я не знаю, капельку оливкового масла добавлю. И разотру это все по сковороде. И теперь начинаем жарить. Набираю просто в ложку. И выкладываю вот таким вот образом на сковороду. С каждой стороны буквально, может, минутку им надо обжариться, и переворачиваем на другую сторону. Ну вот и все, панкейки наши пожарены. Теперь осталось немножко украсить. Если вы это будете подавать к столу, то надо немножко приукрасить, а можно и так съесть. Но для того, чтобы их подукрасить, я предлагаю полить их немножко медом. Для этого просто ложку засовываете в мед и потом немножко вот так вот поливаете. И вкусно, и красиво. И вот у нас полноценное блюдо готово. Ну вот и все, приготовили мы с вами эти панкейки-оладушки. Как видите, реально занимает, ну сколько, минут, может, 10 на все про все, поэтому с утра легко их готовить, и в любой момент, когда захотелось сладкого, тоже это отличный вариант для того, чтобы приготовить по быстричку. Как обычно, напоминаю, если будете готовить этот рецепт, выкладывайте в Instagram с хэштегом PPBeautyBenefits. Мне безумно приятно смотреть ваше воплощение этих рецептов. А на этом я буду с вами прощаться, приступать к поеданию этих панкейков, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня я хочу с вами поделиться своим последним заказом с сайта Faberlic. Я очень много новинок в последнее время заказала, и если вам интересно услышать мое мнение о них, то, конечно же, продолжайте смотреть. И захотелось создать что-то более интересное. И вот этот вот глубокий зеленый оттенок, мне кажется, пришелся как нельзя кстати.